Всем добрый день, с вами Игорь. Сегодня мы будем считать, сколько потребляет электроэнергии мой тепловой насос. Как его сделать, какие туда надо комплектующие, сколько это стоит. У меня на канале есть там отдельные видео, достаточно подробные, смотрите их, если кому-то это интересно. Вот. А сегодня мы будем считать именно сколько этот прибор, отопительный прибор, потребляет электроэнергии. Потому что вижу, что людям это интересно, что это такой актуальный вопрос. Вот. Сначала мы посчитаем теоретически, ну, по табличкам электропотребителей всей системы, а потом пойдем посмотрим на счетчик. У меня специальный счетчик есть, двухтарифный, и он показывает, там у него есть такая функция, показывает мощность, которую потребляет в данный момент дом или какой-то электроприбор, ну, если все выключено остальное. А я для чистоты эксперимента в доме сейчас все выключил, там, холодильник, телевизор, все, ну, не работает ничего, даже повыдергивал с розетки там электроприборы, которые вот это вот в ждущем режиме, дежурном, вот, ну, что он все равно тянет немного этот дежурный режим. Короче, выключил все, осталось только работающий тепловой насос. Итак, считаем теоретически. Компрессор у меня кондиционерный, девятка так называемая, или от кондиционера девятки, там говорят так вроде. Ну, 900-ваттный, короче. 900-ваттный компрессор, там и на нем и написано было 900 ватт. Вот. 900 ватт. Потом насос, который перекачивает из скважины в скважину. Вот я его сейчас покажу даже. Вот он. Такой маленький насосик. Сейчас попробую навести на него, на его табличку, резкость. О, я думаю, видно, да? Тут с левой стороны возле заклепки 0,11 киловатт. Вот. Насос перекачивающий, да, получается 0,11, ну, 110 ватт. Вот хочу, ну, такой совет, если будете делать тепловой насос самодельный и искать такой вот насос, то постарайтесь найти насос, который перекачивает именно скважины в скважину воду с наименьшим потреблением электроэнергии, потому что этот насос у вас будет работать почти постоянно, ну, пока работает тепловой насос. Компрессор, тогда и работает насос. И его большое потребление электроэнергии будет негативно влиять на коэффициент эффективности. То есть эффективность всей системы будет падать из-за того, что насос много потребляет электроэнергии. Поэтому на это обратите особое внимание. Ну, если кто-то, может быть, думает, что можно циркуляционным насосом прокачивать, то я сразу скажу, я это уже пробовал, ничего там не получается. Вот. Я так думаю, что это конструкционные такие, ну, особенности вот этих циркуляционных насосов, что он не может поднять воду со скважины. Он ее может, ну, он так сделанный, да, что может по кругу ее гонять в системе отопления, а вот поднять, засосать ее скважины он, ну, не может. У меня во всяком случае не получилось. Вот. Хотя, что получилось, это был бы вообще идеальный вариант. Они очень надежные циркуляционники и долговечные, и главное, тихие. Поэтому довольно так неприятно визжит, как бы. Ну, как обычный насос. Хоть и маленький. Так. Ну вот 900, компрессор, 110 насосик, это уже получается 1010 ватт. И плюс за вот этой стеной сразу у меня стоит бак, теплоаккумулятор,
на 400 литров, то есть тепловой насос работает на теплоаккумулятор. Там у меня в каком-то видео, как сделать тепловой насос, я уже не помню, в какой части есть про теплоаккумулятор, я его показывал, снимал, смотрите. Вот. И с этого теплоаккумулятора уже идет в систему отопления, прокачивает циркуляционный по системе отопления. То есть тот циркуляционный насос, он вообще никуда не выключается, он круглосуточно работает на третьей скорости, самой большой. А тепловой насос, он накачал температуру, там, какую мне надо. Ну, обычно это до 35 градусов. Этого мне вполне достаточно. Вот. И я ее выключил. А циркуль он прокачивает по системе отопления постоянно. Да, циркуль тянет, как я говорил уже, да, 60 ватт. Ну, 65 даже. 65. Всего у нас получается, если это все приплюсовать, ну, термометры я считаю, что тут не плюсовать, там они какие-то ватты тянут, электронные термометры вот эти, что светятся, то я их не считаю. Вот, всего у нас получается 1010 плюс 65, 1075 ватт. Да, 1075 ватт. Вот, а сейчас я нажму на паузу, и мы пойдем к счетчику, посмотрим, сколько же по факту тянет вот такой тепловой насос электроэнергии. И вот я уже на месте, возле счетчика, в гараже. Вот обзор у меня есть тоже на канале такого счетчика двухтарифного. Он реально мне экономит денежки. Вот. Тепловой насос. Я его специально для своего теплового насоса взял, чтобы эксплуатировать его больше ночью и меньше днем. Ну, по ночному тарифу у нас ночью с 11 до 7 пол тарифа. Это 0,5 стоимости. Так, итак, мы сейчас найдем вот этой кнопкой мощность, которую сейчас потребляет мой тепловой насос. Сейчас мы будем переключать. Это дата. Это ночной тариф. Дневной. О, вот. И вот мы видим сейчас то, что тянет мой тепловой насос. 850, ну там немного прыгает. Это, наверное, от напряжения в сети. Ну, 880, 877 ватт. Даже нет 1 киловатта. Хотя мы насчитали с вами аж кило... Сколько там было? 1075 ватт, да? А по факту вышло 0,8 киловатта. Видно, да? 850, 870 ватт. Вот такое вот потребление. Да, всем советую такие счетчики. Они окупаются. Даже если у вас нет тепловых насосов, он даже окупится на парочке холодильников за несколько лет. Так, возвращаемся к тепловому насосу. Итак, мы вот с вами только что увидели, что на самом деле мой тепловой насос даже тянет меньше посчитанных нами теоретических, сколько мы там насчитали, 1075 ватт, а на самом деле 850-870 ватт. Ну, не знаю, почему оно так, может, они пишут больше номинальной мощности, я не знаю. Вот. Ну, я думаю, это небольшое потребление. В следующем видео мы посчитаем, сколько же мой тепловой насос выдает тепловой мощности. То есть мы посчитали в этом видео, сколько он потребляет электрической мощности.
И с помощью этой электрической мощности он перекачивает тепловую энергию со скважин, с земли. Я это объяснял в первом видео. Самое дешевое отопление, я уже это объяснять опять не буду, как это все работает. Вот. А в следующем видео мы посчитаем, сколько он выдает тепловой мощности в киловаттах тоже. Вот. Ну что, мы знаем уже, что любую энергию можно перевести в киловатты. Будь чем она там производится. И тогда, знаючи потребление тепловым насосом электроэнергии и отдачу тепловой энергии в киловаттах, мы уже сможем вывести коэффициент эффективности, вот этот вот славнозвистный КОП, за которым все гоняются. Вот. Уже сможем выяснить, какой вот этот вот КОП или коэффициент эффективности вот данного самодельного теплового насоса. Вот, ну вот как-то так. Все. Всем пока, до следующего видео.